की जय। अपार दर्शवन महाप्रभु की जय। श्री गुरु रंग गंधर्व विकास हर युग की जय। कांत सेवाश्रम की जय। जय श्री ललिता सप्तमी तिथि परा की जय। जय ललिता सप्तमी महामहोत्सव की जय। ऑल द असेंबली डिवोटीज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रकाश ठाकुर की जय। Сегодня день великой удачи для нас, поскольку в духовном мире, где Кришна, в обществе Радхарани, играет с их спутниками и спутницами Браджа-гопи и Браджа-балака и Браджа-васи. Это измерение зовется Вриндаван-дхам. В этом Вриндаван-дхаме игры Кришны происходят под руководством йога-майи и главным образом берет на себя ответственность за удовлетворение Кришны и Радхарани Шри Лалита Деви. Сегодня день явления этой Лалита Деви. О Лалите Деви Шрила Рупа Госвами Прабху сказал, что она глава всей группы Сакхи. В действительности существует 8 главных сакхи, которые совершают служение различных типов, служат Радхе Кришне, совершая то или иное служение. Но все это служение контролирует Шри Лалита Деви. Она глава всех служанок. И Лалита Деви чуть старше Радхарани. И ее служение уникально, немыслимо, непостижимо. Шрила Рупа Госвами Прабху сказал о Лалите Деви. В своей поэме «Лалиташтакам». Здесь ее нет, я вижу, но некоторые шлоки я знаю. Devin Tunai Sularitang and Ralitang Ramami. Radharani, like Kripad, always he is with Radharani, подобно Лиане, всегда является древом, исполняющим желания Кришны, а Лалита, вся группа сакхи, все сакхи, они подобны плодам, подобны листьям, подобны ветвям этого древа, этой лианы. Так описал их природу Шрила Бхактивинод Тхакур. Но здесь Рупа Госвами Прабху, его описание их природы очень возвышено, мы можем это чувствовать. Стремление
служить Кришне, присущая Лалите Деви. Это стремление чудесным образом явлено. Она всегда задействует себя в служении Кришне. Каким образом? Если капля пота появляется на лотосных стопах Радха Кришны, то она стремится вытереть, стереть эту каплю, приняв миллионы тел. Такого рода дух служения и стремление служить Радха Кришне ей присущим. Миллионы тел она желает принять, чтобы стереть эту каплю пота с лотосных стоп Радха Кришны. Такое отношение, дух служения присущ Лалите Деви. Иногда она несколько резка с Радхой Кришной. Она говорит, почему ты это делаешь? Она задает такие вопросы, поскольку их удовлетворение возрастет. Если они станут наслаждаться в соответствии с указаниями, которые дает им Лалита Деви. Таковы игры Радха Кришны. Это значит, что это явление зовется лила. Лила там. Они не заботятся о своем счастье и своем наслаждении, потому что все сознание приходит в форме человеческой. И благодаря этому их собственное могущество и сила в их играх не проявляются. Проявляется лишь человеческая природа, и она достигает своей полноты или возрастает волей Радхарани, и Йогамая устраивает все необходимое, а Лалита Деви возглавляет наслаждение Радха Кришны. И практически все наставления исходят от нее. Она родилась в Учагуане, рядом с домом отца Радхарани. Дом отца Радхарани – это Варшана, а Радхарани родилась рядом с Гокулом. Но впоследствии ее отец установил свою столицу в Варшане, и дом отца Радхарани находится в Варшане, а отец Лалиты Деви пришел в Учагуан, рядом с Варшаной. Когда мы посещали Говардан, мы видели этот Учагуан. Наши преданные были очень счастливы в Учагуане. И Лалита Деви, иногда она более внимательна к служению Кришне и Радхарани, а иногда она также упрекает их.
Но ее служение уникально. И дух преданности никто не может состязаться с ним, за исключением Радхарани. Это Лалита Деви. Она устраивает все игры Радха Говинда в районе Гирираджа Говардана, вокруг него, и Кадам Канди, Раса Стали, во многих местах. Когда необходимо, сразу же Лалита Деви адресует наставления своим спутницам. И они завершают свои обязанности ради служения Радха Кришне. Группа Сакхи совершают определенную севу, и эта сева также совершается благодаря наставлениям Лалита Деви. И Лалита Деви, она руководит Сакхи и Манджари и всеми группами, и на нее возложена ответственность за эксклюзивное служение Радха Кришне. Даже в той комнате, где они спят, эта ответственность служить им возложено на Рупу Манджари. И Рупа Манджари устраивает все необходимое со своими спутницами. Вся сева внутри служения Радха Кришне. Но все приходит или совершается благодаря наставлениям Шри Лалиты Деви. Восемь главных садхи Радхарани: Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалатика, Тунгавидья, Индулека, Судеви, Рангадеви. Эти восемь главных садхи. У каждой из них есть особые качества служения Радха Кришне, и каждой присуща особая природа. Вишакха Деви несколько мягка по своей природе. Где-то более мягка, нежели Лалита Деви, и ее упрекает Лалита Деви. Она сразу же идет к Вишакхи Деви и молится, и говорит: «Сейчас Лалита Деви разгневана на меня, пожалуйста, устрой мое служение». И Вишакха Деви дарит им надежду. Когда игры Кришны и Радхарани, когда происходят игры единения, игры разлуки, игры в разных настроениях. Различные настроения возникают, приходят в служении Кришне. И существует антигруппа, враждебная группа, Чандравали. На самом деле она не анти, она не враждебна, но она призвана доставлять большее удовлетворение своей деятельностью. Когда возникает ситуация разлуки, когда она проявляется в их играх, то эта ситуация разлуки тот лидер, который устраивает эту ситуацию разлуки, это Чандравали. А группа Лалита, они очень хорошо осознают деятельность группы Чандравали, и они не в силах терпеть настроение Чандравали.
разные игры Кришны и Радхарани переполняют собой Вриндаван Дхаму, Браса Стали, Вамшивати, Явати. Повсюду мы увидим служение, повсюду увидим прикосновение служения Лалиты Деви. След. Каждое служение, она надзирает за каждым служением. Она может жить где-то, но надзирает за всем служением. Мы столь удачливы, поскольку мы принадлежим группе Лалиты Деви под руководством Рупы Манджари. Это наше духовное тождество, духовная идентичность в трансцендентной обители Шри Радха Кришна, именуемом Вриндаваном Дхамом. Наша цель такова в этой линии, и также наш мантра нисходит в этом русле, в этом канале, в этой линии, и Махапрабху возложил ответственность за эту линию на Шрилу Рупу Госвами, который есть Рупа Манджари в Кришна-лиле, а мы последователи Рупы Госвами под руководством Шрилы Гуру Махараджа, Шрилы Сарасвати Такура, Шрилы Прабхупады. Поэтому мы столь удачливы. Сегодня день рождения лидера нашей духовной трансцендентной формы. Их рождение и смерти не носят бренного характера, несомненно. Мы знаем это. Кришна сказал Шримад Бхагавадгите: «О Арджуна, мое рождение и смерть отличаются от человеческого рождения и человеческой смерти. Они подобны восходу солнца и закату, заходу солнца. Игры Радха Кришны. В этих играх присутствует встреча, присутствует разлука, но все это ради удовлетворения Кришны. Это явление и уход. Эта Лалита Деви имеет некое место в Радха Кунде. И рядом Кришна Кунда, Радха Кунда, Шьяма Кунда, и там есть также Шри Лалита Кунда. На Манасе Ганге также есть место Лалита Деви. И в Кадамханде также есть место Лалиты Деви. Руководителем является Шрила Рупа Госвами Прабху. Самбанда Гьян, взаимоотношения с Радха Кришной осуществляются через Мадан Мохан Виграху, они приходят к нам. И это явление дает Шрила Санатан Госвами. Это духовная практика, жизнь и процесс приходят от Шри Говинда Виграхи, Радха Говинда, Абидея Татва, Абидея Виграха. Приходят от Рупы Госвами Прабху, а Прайоджана Татва приходит от ученика Гададхара Пандита, Мадху Пандита. Это Радха Гопинат. Говинда Гопинат и Мадан Мохан. Эти три Шри Виграхи, Шри Дам Вриндавани, столь знаменитые. Но все руководство приходит со стороны Лалиты Деви, и она руководит всем в Кришна-лиле, рядом с Йогамайей. Йогамайя пишет сценарий,
Но этот сценарий осуществляется Лалитой Деви. И сегодня день явления этой Лалиты Деви. Поэтому мы столь удачливы. Сегодня мы празднуем этот день здесь, Шри Чайтанья Сарасвата Сева Ашраме, Шри Чайтанья Махапрабху, его божественный слуга Шрила Сарасвати Такур, который есть Наяна Мани Манджари, в Радха Кришна Лиле. Руководство этого Сарасвати Такура приходит к нам через Шрилу Гуру Махараджа. Гуру Махарадж одарил милостью вас всех. И Сарасвати Такур пролил свою милость до своего ухода. Пролил милость на Гуру Махараджа. Он передал ему ответственность за Рупануга Сампрадаю. Под руководством Рупы Госвами. И он в присутствии всех своих самых близких учеников он велел Гуру Махараджу, он сказал ему: «Пой песню Шри Рупа Манджари Пада Сеймора Сампада». Гуру Махарадж колебался, поскольку он не привык петь песни. Его стиль пения был не развит, и главный секретарь сказал другому брахмачари, он сказал: «Шридхар Махарадж колеблется, пой ты». Но Прабхупад заявил: «Нет, эту песню будет петь только Шридхар Махарадж. Я не желаю слышать мелодию». Эти слова он использовал. «Я не желаю слышать мелодию». Он сказал это на английском языке. И тогда все были шокированы и ошеломлены, что происходит, задались они вопросом. И тогда Гуру Махарадж стал петь эту песню, и Прабхупад благословил Гуру Махараджа. И все ученики знали это. Поэтому все главные ученики Шрилы Сарасвати Такура, которые еще не приняли саньяс в его время, после ухода Сарасвати Такура все они приняли саньяс у Гуру Махараджа. Вы знаете. Госвами Махарадж, Кешава Махарадж, Бхагават Махарадж, Мадхусудан Махарадж, Нарасимха Махарадж, столь многие. Все они приняли саньясу от него. И все они почитали Гуру Махараджа как Рупануга Ачарью. И это письмо я храню. Я всегда храню некие письма, и они заявили ясно в одном из писем: «Ты, Сампрадая Ачарья, твоя милость, твои благословения подарят нам доступ и возможности практики под твоим руководством». Такого рода очень ясные, недвусмысленные высказывания в этом письме. Они верили в то, что Шрила Гуру Махарадж есть Сампрадая Ачарья Рупы Госвами. И Шрила Абхая Чарана Равинда Бхактивиданта Свами Махараджа тоже хотел принять саньяс от Гуру Махараджа. Он пришел к нему и предложил это, но Гуру Махарадж ответил ему: «Твоя семья – моя семья. Если я дам тебе саньяс, твои родные придут ко мне и станут плакать. Мне будет очень тяжело терпеть их боль. Ты подожди какое-то время, покинь семью, а по прошествии некоторого времени ты примешь саньяс». Прабхупад ответил ему: «Нет, у меня нет времени. Это мое желание.
Позаботьтесь о том, чтобы дать мне саньяс. Гуру Махарадж сказал, в таком случае ступай к Кешаву Махараджу. Он был отчаянен, безрассуден, Танкпита. Я дал саньяс, дал мантрам Кешаву Махараджу, ступай к нему, и ты получишь от него тот же самый мантра, тот мантра. И Прабхупад пошел к Кешаву Махараджу и принял саньяс от него. Но имя Бхактивиданта ему дал Гуру Махарадж. И также другие имена, имя Мадхава Махараджа, имя Бхакти Даита Мадхава Махараджа. Мадхава Махарадж принял саньяс от Вайканаса Махараджа. Но до этого он пришел к Гуру Махараджу, и он сказал, я живу в обществе Кунджа Бабу, и если я приму саньяс от вас, тогда Кунджа Бабу будет очень зол. Дайте мне мое имя. Я считаю вас своим саньяса гуру, а формально я приму саньяса от Вайканаса Махараджа. И тогда Гуру Махарадж дал ему это имя, Бхакти Даита Мадхава. Таким образом, Гуру Махарадж общался со столь многими возвышенными вайшнавами в нашем обществе. Источник их — Рупа Госвами Прабхупада. Рупа Госвами, высочайший слуга в линии Лалиты Деви, и исключительное служение восходит к Рупе Манджари. И наша сампрадая существует под руководством Рупы Манджари в трансцендентном мире, но сейчас мы не станем думать таким образом. Мы в настоящее время пребываем в Гоура-лиле, где есть только одно явление — избыток милости к обусловленным душам. И затем, когда мы воистину войдем в Кришна-лилу, тогда наше положение будет безопасным, поскольку благодаря Гуру Махараджу, Сарасвати Такуру и Рупе Госвами это положение безопасно. Но самым дешевым образом мы не хотим покупать это явление. Мы отдадим кровь и обретем свободу. Это наш дух преданности. За свободу мы прольем кровь. Дешевым образом мы не хотим ничего покупать. Мы не хотим, как это называется? Узел, в котором нет сути. Без денег мы не хотим плести такой узел, внутри которого нет монеты. Внутри должна быть суть. Это служение Радха Кришне, Радха Говинде. Несомненно, наше положение гарантировано там, но дешевым образом мы не хотим его обретать. И Шрила Сарасвати Такур сказал, однажды наступит тот день, он наступит очень рано, очень быстро или очень поздно, но ты не беспокойся об этом, поскольку твое положение гарантировано в Радха Говинда Лиле. Джай. Джай. Вся слава всем Сакхи, Киджай, Лалита Шаптами, Киджай.